Итак, всем привет! Это у нас получается 10-я часть Dissolate. Я посмотрел, да. В прошлый раз я не посмотрел, только и забыл, что это за часть вообще. Думал, думал, и то есть сказал не говорить. Течет свет. И, в общем, я решил только не говорить. Вот. Теперь я посмотрел и понял, что это 10-я часть сейчас. В прошлый раз 9-я была, вот. Поэтому мы продолжаем играть, искать маяки. Так, еще я такой подумал, типа, черный ящик искать в такой ебатне. Это просто капец. И поэтому я подумал, может быть, посмотреть. И одно из предположений, то, что, возможно, это где-то здесь, оказалось верно. В этом плане, да. Другая подсказка, то что Е8 оказалась правдивой. И действительно, на Е8 находится еще один маяк. Но с радиовышки довольно тяжело, потому что их полно дохрена на этой карте. Конечно, есть одна большая, и оказывается, действительно там. А есть куча мелких, которые абсолютно ни для чего. Что это? Что это было? Меня ударило что-то. И все. Все, что я могу по этому поводу сказать. А, грибной лес. Окей. Мне надо было как-то поправильнее путь рассчитать, потому что сейчас им будет очень тяжело. Надо было на железную дорогу выйти. А, ну я сейчас, если побегу по этой дороге, я туда и выйду. Тогда окей, сюда налево поворачиваем, побежали. Как в прошлый раз, мы бежали оттуда. Я думаю, туда же также надо забежать. Это будет проще всего. Кстати, в этот раз я скриншот не сделал, в прошлый раз, по-моему, делал. Да, делал. Ох ты. Солнце встает. Это прям идеально, мне кажется. Превьюшка для этого будет. Хотя они одинаковые абсолютно. Вот оно встало такое, такое, сделал скриншот, и теперь можно забыть об этом и сконцентрироваться на игре. Сидеть и просто играть. Играть, думать. Где же могут быть черные ящики? И ты такой, блин, точно он там. Теперь, кстати, светло, можно фонарик, например, вырубить или не врубать. Кстати, а как там он переключается? Ага, все, понял. Я же забыл просто, надо зажимать. Я бегу быстрее, похоже, чем солнце встает. Я к нему бегу, но не успевает вставать. Вот я прибежал к железной дороге. 300 метров теперь к маяку. Вон его вижу. А третий это Е8, да? Да, вот у меня записано. Тут я его записывал. А что такое? А, ну это я к Канариям еще проходил. Вот-вот, ведь Е8 написано. Кстати, кита давно не видел в небе. Где кит? Кит. Алло. Кит. Кит! Кит! Я тебя видел два раза. Хочу третий раз тебя увидеть, чтобы было три. Три же лучше раза увидеть, чем два. Три же раза видел? По-моему, три. Я особо не считал, но вроде бы три. Блин. Он меня заметит. А нет, не заметил. Он странный. Как было можно меня не заметить вообще? А эту штуку можно починить? Типа, нет? Бля. Тихо, надо его обезоружить сначала. Тихо. Ага. Готов. Ранен. Ай, что это было? А. Он даже убежать не успел. Его достигла моя карпа, или как там тебе? Карма. Я буду называть эту штуку карма. Почему кама? Карма лучше звучит и вообще объясняет то, почему я ей пользуюсь. Починить.
Денег, конечно, становится навалом. Место, кстати, страховое. Если эта штука появится, будет очень страшно. О, вентилятор. О, еще тот чувак говорил, то, что оружия здесь нет. Угу, оно и видно. Вообще нет. Да, вентилятор еще. Ой, ой, ой. Утюг. Кувалда. Она весит до хренища просто. Она синенькая. И тяжелая, наверное. Надо оружием, что ли, попользоваться, а то что он у меня стоит без дела. Не знаю, почему эта херня не чинится. Ай, тихо, 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 тихо. А они убежали все оттуда? Они же тут подкрепление отправляли. Или они забили болт? А, он все показал сразу. Окей. Блин, и как я должен был найти, к примеру, без этого вот маячка? Вообще никак. Ну, это же невозможно. Типа, ты будешь искать вон там ходить, а не здесь. А, прямо у самолета. А там тоже у самолета было в лаве. Между прочим. Ага. Давай сохранимся. Ух. Так, сохранить. Заметили, у меня две ячейки. Это для тех, кто не смотрит сначала. Потому что у меня была такая фигня один раз. То, что меня спасло то, что у меня две ячейки было. Все, что было, то опа, отлично. А это, ну, какой он? Мощный, наверное, оружка. Это, наверное, мощная очень. Потому что я не хотел мощный. Да, это мощный. Давайте зелененькую потратим. А у меня не все мощные. Два, три. И повыкидывать по-хорошему надо, потому что у меня что-то слишком много. Так, Е8. Е8, вот сюда кое-то. Там потом посмотрим. Самолет я где-то видел там в том направлении. А есть какой-то путь туда? Да, напрямик, например. Блин, обходить, конечно, это сильно. Можно попробовать в портал зайти, если я его увижу где-нибудь. Так, мне уже пора, наверное, готовить завтрак, потому что у меня не кончаются. Что? У меня он перевесился, что ли? Натури. Натури. Это что такое? Сигареты. Да нафиг. Я не курю. Встань. Так. А я могу рюкзак сделать? А, верстак у меня, верстака нету. А, боль. Жизнь, боль. Кстати, может быть, винтов выкидывать сколько? Ну, типа, нахрена мне столько? Медикаментов у меня, между прочим, нету почему-то. Мне же их было больше гораздо. Там большие аптеки. Большие аптеки, например. А тут что-то нет ничего. Костер. Просто так костер стоит. Да какие гвозди? Нахрена ты гвозди мне сделал? У тебя просто тунцом вообще идеально. Восточный обед, смотри-ка. Это рецепты, в общем-то. Закаленная сталь. Для оружия какое-то прям дикое. Ой, я здесь был, по-моему. А может и нет. Так-то хрен его знает. Тут шар очень быстро летает. Стой, тихо-тихо-тихо-тихо. Электризовано все дико. Да ты что делаешь-то? Стоп, а я не здесь этот чинил? База инсистол. Помнишь, это была миссия, где... Подожди, может быть, я мимо пробегаю просто.
Здание. Старый Вестрак Луч 2. Где он? 800. Не, ну он близко. Все, я понял, короче, нет. Нет. Сюда, побежали. Так-то да, неплохо было бы, если бы он по пути был. Но оказался он не по пути. Воу, вот это спуск. Что? Что это было? Хе, прикол. Нашел слабое место в этой игре. Такие горы. Он по ним странно лазит. Это пугало или что это? Это баклажан. А, это ты что ли? Я сейчас тебя вижу. Козлин. О, аптека, прикольно. Блин, какая она тяжелая. Что это? Ключевая нашивка. Коробка с деталями. Она, возможно, пригодится, кстати. Ой, блин, как это бура. А, мне это нужно. Мне это нужно. Я помню, для чего мне это нужно. Так, выбросить. Охренеть, изолента весит. Чем еще много? Что это? А, это надо. Ладно, побежали. Я, конечно, не понимаю, что у меня в перевес. Возможно, это из-за оружия. Так, даже невозможно, скорее всего. Это точно так. Ну, ты, конечно, лох. Ты как бы живой организм. Ты должен быстрее меня бегать. Человек-то, в принципе, вообще самый медленный. Почти. Но очень выносливый. Поэтому ты исправился. Возможно, я тебе просто ты долго бегал, а я такой присоединился резко. Окей. Метров осталось бежать. А, как это, блин, нудно. 13 минут беготни. Найти черный ящик. Мне кажется, это искусственное продление игрового процесса. Вот этот вот. Найди ящик. Это, конечно, такая себе загадка. Что это вообще? Шахтерская станция? А, я тут был. Вроде. Или нет? Хрен его знает. Может, и не был. Тут осталось все равно 200 метров. Это вообще ерунда. Был километр, осталось 200 метров. Что это за звук? Типа я день прожил? О, все, отсечка появилась. Можно это убирать. Да, здесь я не знаю. Е8 все появилось. Почти. Вообще нет. Блин, еще двое. Давай за поезд. Тут они меня увидят. Ну да, я этот самолет видел, я здесь проходил. И он тут слева валялся, горел. Я еще хотел что-то приготовить на нем. И очень было раздосадовано, что нельзя было. И вообще здесь этой штуки не было, я помню.
Так, почта. Давай в луч 2 заглянем. Там по-любому, может быть, почта есть. По дороге-то, может быть, и будет. Ты чувствуешь, когда ты уже понимаешь, что ему вообще похер на прыжки. Ты просто бежишь, прыгаешь все время. Пиликать будешь? Нет? Ну и ладно. А, ничего нету. Сковорода была какая-то. Сейчас верстак починю. Вот тут и почта есть. Прикольно. Это не туда. А где? Я помню, здесь где-то перстак был. Перстак. Перстак. Знаю, что ты где-то рядом. Иди нахрен. Кажется, я что-то слышу. Дебил, я тут. Как ты мог меня не услышать вообще? Что это? Блин, она вообще на самом деле жуткая. Типа, она меня не бьет, но как-то вот неприятно очень. Мне удалось отключить прибор, звук уже должен вернуться к норме. Звук? Блин, где эта херня? Где она? 60 метров в том направлении. Хорошо, что я посмотрел. Отвали. Блин, их двое. Никого нету вообще. Все глухие дебилы. Отстань. Я знаю, что... Да ну нахрен, трое теперь вас будет. Как это камень так отбил? Секунду. Что-то у меня со здоровьем просто беда. Что там у меня происходит? Ушиб спины. Невыносимая тяжесть. А. А, так это ерунда. У меня просто этот... Как его? Вот это вот, наверное, лечить надо. Вот и все. Но голод это без проблем. Все. Голод не помеха. Вот верстак, его могу починить, да? О, да! Первый верстак мой. И что я тут могу создать? Улучшенные инструменты. А я ничего не могу создать. Ну и ладно. Пошли черные ящики отправим. Что с тобой? Что вдруг опять не так? Почему? А что я взял-то? Я ничего не брал. Так. Уйди нахрен. Все? Нормально. Кто здесь? Блин, а почему он его не ударил-то? Тихо. В смысле тихо? Ничего не понял. Опа. Элеонора, я все отправил. Уже изучаю. Да, давай. Спасибо тебе еще раз. Я свяжусь с тобой позже, обсудим дальнейшие действия. Хорошо. До связи. Постой. Да? Скажи, наконец, свое имя. Давай познакомимся, когда закончим со всем этим. А, да, прости. Хорошо. Странно. Было это все. Прием. Как слышно? Слышу хорошо. Здорово, здорово, Дима. Я из лагеря Северная. Управляю и торгую в местной лавке. Первый раз слышу, что на Граничном есть еще один лагерь. Мы тщательно скрывались. Информация могла дойти до НСовцев, а мы тут под боком у них совсем.
Мне тебя Михаил из Азиса порекомендовал. А в чем дело? Порекомендовал. У нас тут в лагере есть мужик головастый. Мы зовем его ученым. Ему нужна помощь. Он особо ничего не рассказывал. Да и вряд ли я что-то пойму из его заумностей. Может, ты с ним поговоришь? Северная находится в квадрате D2. Ёб твою мать, ты что, серьезно, что ли? Какой D2? Ну какое D2? Какой D2? Почему так далеко? Ё-моё, ух ты, какой он прикольный. Попиздили, что теперь? 1300. 1300! Кстати, эту херню можно выкинуть, наверное. Или разобрать. Разобрать лучше. Где она? А нахер я их все таскаю? Разобрать. Так. P2 патрона. P3 патрона. Например, если его разрядить. 0,3, 2,3. То есть вот это я могу выбросить. Ой, разобрать. Это у меня останется вот это с 2-3. Так. Так. Я могу его надеть. Ага, все отлично. Просто я до этого не понимал, как этим оружием пользоваться. Пока до тут добегу, я по-любому заблужусь. Там в какие-нибудь горы упрусь. Как он быстро восстанавливаться стал. Это прям хороший перк. Хороший прям умение восстанавливаться. Мне оно понравилось. Хороший. Блин, я микрофон ударился. Ариан. Ну, бывает. Типа рукой машешь тут, так вот, блин, хоп, микрофон задел и все. Ай, повредился немножко. Похуй. Давай, беги, беги. Как тебя звать-то вообще, я даже не знаю. Здорово. Как его звать, я забыл. Нашего героя как зовут? Или он не говорил? Он откроется Элеоноре потом. метров еще. Грибы. Беги. Давай. О, как это, да. Вода кончается. Ла-ла-ла-ла-ла. А, отлично, мы попили. Погнали дальше. Ой, я здесь был, я помню. Я здесь камнями кидался, чувака, 10 минут. Ага. Знаю, что ты где-то рядом. Красава. Да ты, блин. Ты безумец, ты не должен уметь камнями кидаться. Хотя, казалось бы, я не безумец, а камнями не умею кидаться. Ой, блин. Найдите лагерь северных квадратов D2. Хорошо, хоть искать не надо, он показан. А то найдите черные ящики, это было шикарное задание. Но я там вступил, конечно, минут 5 пробегал. Вон стена уже. Привет, куча грыж. Соп 50. Ой-ой-ой, Мишка. Мишка, не трожь меня. Мишка, отстань. Мишка. Я тоже русский, отстань, Мишка. Красава. Или он бежит еще? Вроде не бежит.
Вот чё надо говорить сейчас? Не, ну давайте я расскажу, как я вчера на такси ехал. В общем, еду я, короче, на такси. И он мне тройку поставил за то, что мы начали спорить. Спорили мы о том, что... Это отстань от меня! Ты как меня достал-то вообще? И спорили мы о том, что вот в Европе... Что такое? Сдают друг друга из-за того, что там кто-то хочет нарушить закон. А таксист такой привел пример, то, что вот раньше, давным-давно в Германии, безбилетников брали и расстреливали. Я подумал, типа, а вообще какая связь между этим? И сказал. Видимо, не понравилось ему то, что мое отношение к этому, типа, это нормально. А ему это понравилось. То, что не понравилось. И вот он решил мне тройку поставить. Это прям обидно. Странный чувак вообще. Мне не понравилось. Я ему тоже тройку поставил. Обменялись мы тройками. Да спрыгни ты уже! Вот. Увлекательная история. Просто тупейшая. О, спасибо, сосед. Сверлим. метров. Почти набежал, кстати. Пистолет есть. А можно разрядить его сразу просто и все? Особые патроны. Можно его просто разрядить? Типа, взять вот так вот сделать. Блин, ты сосед! Какой разрядить? Да? Окей. Сколько? 2.5. Идеально. Все, разбираем. А где особые патроны? Они же, типа, особенные. Блин, как тут так долго? Хорошо, 80 метров осталось. Прям... Где он? Давай наверх залезем. Кажется, наверху надо. Сверху лучше будет видно, во всяком случае. И спрыгивать легче, чем залазить наверх. А, вот лагерь, все, я нашел северную. А, это еще с фонариком шел. Пацаны, здорово. Здорово, всем привет. Местный. Здорово. Торговать местный. Херню ты меня загоняешь, местный. Где спуск-то? А, вот, нашел. Комнату дашь? Смотри, какой. Интендант. Рыцарь какой-то наш. В наше время. Говорить с... А, с ученым. Что с ученым поговорить? Ну, здорово. Блин, какой-то, а. Прям реально ученый. Жилетку нашел какую модную. В такое-то время. Рад знакомству. Взаимно. Здорово. Вы искали... Знающего человека. Того, кто уже давно на граничном и хоть немного знает, что тут происходит. Я давно? И какое же ко мне дело? Недавно я занялся аномальными сущностями, и в ходе своих исследований я обнаружил какие-то документы. Из них я узнал, что аномалии — это результат определенного действия с человеком. А при чем тут... Ученым из департамента «Прорыв» удалось каким-то образом преобразовать субъект в некую сущность, субстанцию, аномалию. Психотип, характеристики, в общем, все то, что входит в понятие более-менее сформировавшейся личности. Зачем и почему, я сам не знаю, это можно считать убийством, ведь человек в результате попросту погибал. Нечто похожее я находил в местном подземном комплексе. Только там все дело было в мхе. Да-да-да-да-да, о конвертаторах я слышал, но здесь что-то другое. То есть ты в курсе был? Если просто поверить этим записям, то получается, что все эти аномалии когда-то были людьми. И это не укладывается в моей голове. В моей тоже. Чтобы в этом разобраться, я и искал заинтересованного и опытного человека. Как я могу вам помочь? В квадрате D6 есть бункер. Я уверен, что он как-то связан с этими экспериментами.
И именно в нем один из моих подопечных нашел когда-то записи об аномалиях. А почему вы не попросите его? Он погиб. Его убили НСовцы на одном из заданий. Простите. Что мне там искать? Любую информацию и материалы об этих экспериментах. Д6. Это опять в обратную сторону бежать. А, не. Ну, один хрен то же самое. Д6. Боль. Какая боль это? Привет, торговец. Ох, сколько это стоит у тебя? 1400. Офигеть ты, конечно, барыга. Так, я тебе могу продать, между прочим, много чего. Начнем, пожалуй, с этого. Оно до хрена весит. Я не особо понимаю, зачем это. Так, оружие. Это что? Пускай будут. Так, это что? На тебе гриб. Я не ем такой шваль. Я ем хорошую еду только. Что это? Микросхема. Ну на. Я два ноги, держи. Полимерная ткань. Гвоздь, держи. Держи, держи. Все. Так, что мне нужно у тебя купить? У тебя есть какая одежда? Да ты офигел! О! Прикол. Еще надо? А сколько их мне надо? Что за херь? Ну-ка. А, все, больше не надо. А может лишним даже купил? Нет. А, ну да, походу лишний купил. Ну ладно, неважно. Ой, блин, где 6 бежать? А это лагерь какой он? А, он мой прям вообще. Починить печь. Круто. Нормалек. А это могу починить? Нет, не могу. А жаль. Изучить. Типа я могу хавчик тут делать. Сталь делать. Прикольно. Так, а здесь надо изучать что-то? Требуется улучшение? Блин, как это тупо? Чё? Куда? Чё такое? Алло? Оно мне что вылетело сейчас? Хрен его знает, что было. Пошли отсюда. Типа я ещё аптека не дорогая, блин, хотел бы взять ее. Но она дорогая. Зараза. Давай с той стороны выйдем, чтобы знать, где вход. А, тут закрыто. То есть тут только один вход. Что тебе за задание? Ну-ка. Ох, ё. Пошли в D6. Блин, а пицца-то найти, найти, найти. Еще километр. Вот я то еще бегаю по километру. Километр в одну сторону, километр в другую. В одну, в другую, в одну, в другую, в одну, в другую.
Он типа как будто падает, он не скользит. Еще этот звук при приземлении, как будто, я не знаю, скример сейчас вылетит. Бум. Так, я тут хрякнусь. А я не хочу этого. Придется обходить. Сковато. Здесь вроде нормально. 700 метров. Отстань. Мне и так далеко бежать. Я не хочу с тобой воевать. Какой смысл с тобой воевать? Я и так сильнее гораздо. Ничего ты мне не дашь. Еда у меня есть. Блин, этот херовый. Я ничего... Ё-моё. Сейчас отпиздят так. Фу. А тут тупик, что ли? А, нет, что-то есть. Какой-то подъем куда-то. Вообще ничего не видно. Я так смотрел, знаете, еще вот по таймлайну, когда двигаешь камеру, там показывают превьюшку, где я нахожусь. Ну, маленькую превьюшку показывают, что происходит в этот момент на ютубе. И там очень часто бывает просто круг от фонарика. Блин, опять медведь. Круг от фонарика вот этот вот. А по краям черные. И очень часто такая херь. Типа что-то необычное происходит здесь очень редко. В основном ты просто бегаешь по острову. О, кит, я же говорю, третий раз его увижу. Правда, приближать это прямо. А это вот такие звуки издают? Что? Только что было светло. Предвидеть, что на острове ожидается дестабилизация звуковых волн. Я не знаю, что это значит. Я не замечал никакой разницы с дестабилизацией и без. А, это камень. И пусть бегут. Бегать, бегать надо туда. Бегать надо туда. Давай, беги, беги. Беги, наш главный герой. Беги, ты можешь быстрее. Не уставай, пожалуйста. Что это? А, это ты? Я думал, камень бегает. Нигде. Встань, пожалуйста, от меня. Эх, какая. Он не прыгает. А это вообще мне не вредит, эта зеленая херня, нет? А я избегал ее до этого. Это не залезу, да? А если на гриб? Типа с гриба, потом наверх. Ага. Марио какой-то пошел. О, нет. Фух. Я думал, конец. Я же давно не сохранялся. Давайте сохранимся на всякий случай. Так, вот сюда. 73%. Как мне наверх залезть? Где тут проход? А вот. Блин, я тут по грибам скачу. Какая темень. Просто вообще ничего не видно. А, вот туда надо было бежать. Наверное, вот эту гору надо обойти слева. Станция Мак... Опа, ни хрена. Так и аккуратно обошел. Сзади, наперед. А, ну я тут был. Я понял, что это. Тихо. Да ну вас. Ой, это Сапси, это беда. Она меня зажала. Да не зажимай меня, уйди. Куда пошла? Стоять.
террасе, да? Ой, я сейчас сдохну. Погоди. Ага. Так, что мне еще тут? Бинты, что ли? Можно мне вот это убрать? Вот это, да, спасибо. 6 патронов можно носить с собой сразу. И что мне тут надо найти в этом бункере? Нас творчество учит. Нам вера силы дает. Одна вторая. Так. Что происходит? Как-то тут жидковато. Очень. Да блин, солнце! Глаза мне выжгло. Чуть-чуть свернул так влево, и все. Опять тот же самый плакат. Что это за место вообще? Что это за вант технологический? Чувак, алло, нет? Ну, уроки здесь такие все. О, прикольно. Вот возьму-ка я. А куда мне идти-то? Найти источник голоса? В смысле источник голоса? Google. Ты дурак? То есть ты идешь в заброшенный бункер, а потом ищешь источник голоса? Гениально. Я думаю, ты среди первых пошел бы в заброшки пойти куда-то искать. В подвал. Какое-то стрёмное место, на самом деле. Вот неплохая атмосферка здесь. Хрен его знает, что здесь может быть. Оно меня бьет или что? Мы строим наше будущее. Оно, смотри, еще меня заставляет бежать, эта игра. Тревога, голод. То есть ты еще на этаж ниже. Что это было? Блин. Еще и баги пугают. Опять тот же самый плакат. А голос-то где? Я не слышу никакого голоса. Да. Слышу. О, паркур пошел. Ой, там пробел. Фух, блин, дурак. Чуть не упал.
ты на... Сохраним-ка. Неплохое местечко так-то по напряженности. Вот тут интересно. Это не то, что по поверхности ходить там. Ничего не встречать на протяжении 10 минут, 15. Здесь прям ползать хочется. Она меня тянет, что ли? Нет. Что это за говно? Погоди, нафиг. Еще раз. Теперь запишу, чтобы рядом быть. Ты нашел меня. Да. Единственный живой человек за последние годы, который не побоялся. Помоги мне. Что? Ты говоришь? Не бойся, не убегай, выслушай меня, прошу. Да-да-да. Я другая, не такая, как эти. Объясни мне, что особенно... происходит. Кто ты? Меня зовут Алиса. Алиса Огнена. Ты... Алиса Огнена. Дочь Виктора Огнена. Ну как ты Виктор, стала этим? Я стала аномалией добровольно. Это был добровольно? Эксперимент, которым я руководила в прорыве. Мой отец настаивал на том, чтобы для опытов привлекали людей. Я была против, я не могла допустить этого. Поэтому стоп. Я принесла себя в жертву. Чтобы доказать папе, что он не прав. Да ему похер. Как стало понятно позже, это не имело смысла. Ну вот это я готов. Не остановился, не понял, не почувствовал утраты. Чудовище. Тихо-тихо, ты красным становишься, была зелененьким как. Эксперимент. И оставил здесь. О. Все эти люди, они законченные убийцы, маньяки. Самые плохие люди на Земле. Но даже они не заслуживают подобного. Они озлоблены. Они ненавидят все живое. У меня не было никакой злобы. Может, поэтому я другая. Мне просто хотелось что-то доказать своему отцу. Я могу как-то помочь? Это обратимо? Вряд ли. Обратимо? Но... Просто освободи. Отпусти как... из этого мира, наконец. Что ты имеешь что в виду? Ты сам знаешь, что я имею в виду. Я не могу. Это неправильно. Послушай, я здесь уже 3 года, понимаешь? А если тебя просто отпустить, типа... И каждую секунду я слышу их, других. Это нельзя остановить. Нельзя зажать уши и убежать. Это пронизывает меня. Пойми, я давно уже не человек. Я не чувствую ничего. Не ощущаю теплоты, запахов. Не могу прикоснуться к чему-либо. Я даже тебя не вижу. Просто знаю, что рядом есть человек. Как тебе еще объяснить, что я больше не могу? Хорошо. Прости, как... А есть как выбор какой-нибудь? Почему? В этом же бункере есть документы. Мои наработки по сборке устройства, которое отключает аномалии. Отнеси о, там, круто. Кто сможет в них разобраться. Я займусь этим. А спасибо. Ладно, это уже не жутко. Было до этого жутко. Мне кажется, тот ученый-то он такой себе тоже. Нет. Как... Да, блин, ну серьезно, теперь 1000 метров в другую сторону идти. Где-то он как сохраняться, бесился аж от этого сейчас. Фига себе, конечно. Да. Я теперь слышу, как она плачет, походу. Это получается, она на телефон умеет звонить? А как?
как она это делает? Она ж, помните, звонила на телефон где-то, когда кугольный, что ли, какой-то шел там в деревне. Она на телефон звонила и говорила, ты меня слышишь? Я даже помню, ты озвучивал. О, динамик. Так, первый этаж. Ага, 0-3 этаж. 0-2 этаж. 0-1 этаж. Тут выход должен быть, да? Смотри, что делает. Стояла и ждала, когда я выйду. Отключает аномалии. То есть мы сейчас аномалии отключим по всему миру, что ли? Блин, тут высоковато, мне кажется. Да, если как бы не спуститься. Блин, это нет, это драться не собираюсь. Ой, чуть не упал. Вот здесь давай спрыгнем. Нормально. Очень хорошо. Они тут не будут прыгать. Так, сейчас я добегу, наверное, до туда. Сколько тут? Минуты 3, и тогда тут хватит. Просто чтобы в следующей серии начать сюжета, а не начать с беготни. Беготня — это такое. Прям вообще так вот. Максимально. Максимально такое. Хотя бы это приближается к концу. 73% довольно внушительно. Хочу всех предупредить, что на острове ожидается... Опять, что ли? Ай. Блин, этот чувак вообще просто не умеет обращаться с звуковыми устройствами, походу. Он что-то... Опыты какие-то у него странные. Он постоянно все ломает. У меня вообще проблемы с опытом. Вот эти события должны быть как-то разнообразнее и чувствоваться сильнее. Тогда это было бы интересно. Типа, такой бежишь ты на точку выполнять что-то. И тут тебе приходит сообщение, типа, вот я натворил дело, сейчас будет какой-нибудь выброс. Ну, чувак, тебе надо спрятаться. И ты такой, блин, куда же мне можно спрятаться? Начинаешь искать это все. Искать какую-то точку, где можно задержаться на это время. А там в это время ты можешь обыскивать эти припасы какие-то там есть в той точке, пока идет выброс этот именно. Ну что-то типа того, это было бы увлекательнее, чем просто беготня туда-сюда. Километр в одну сторону, километр в другую. Ну классно же. И то должен выброс как-то на тебя влиять. Типа, ну... Потому что если его не будет влиять, ты также будешь бегать, как этот типа идиот, в который тебе ничего не могут сделать. Чё с ними драться? Зачем? Получена травма. Ты серьезно? Он тебя рукой в лицо ударил. Какая травма? Чё это не... Блин, тут чувак стоит. Блин, он стреляет. Да и пох. А, он драться начал? Ё-моё, что происходит вообще? Да что такое-то? Ай. Отстаньте от меня. Чего вы увязались? Ни хрена он меня закрутил. Блин. Неугомонные. Это заколебал. Что у меня там случилось? Сепсис какой-нибудь, стресс?
Слон событий, чего? А, вон что это такое. Это такой себе, какая разница, я даже не боюсь их, чтобы... Он влияет, оказывается. Вас лучше слышно. Ну, как будто я прячусь. Я вообще не прячу. Какая травма, кстати, получена? Сотрясение. А, сотрясение? Ну ладно, сотрясение-то полечим. Блин, смотри-ка, что, один стреляет, два другие кидают молотов. Вот так, конечно, сильные чуваки. Все, отстаньте. Я смотрю, вообще по лесу безопаснее бегать, чем по дорогам. Раньше я бегал по дорогам. Ё-моё. Вон там можно подняться. Цветочка где-то внизу. А что такое, такого не помню. Ну, ладно. А, вот туда спрыгивал, я помню, да. Потом наверх поднимался. Прям чуть-чуть повредился после этого прыжка. То есть вы понимаете, какие у него ноги. Фантастические просто. Почему я не могу этому чуваку принести документы по-другому? Через почту как раз. Я все мог приносить через почту, а здесь я не могу через почту принести. Надо бежать обязательно к нему принести. Интересно, что это за финал будет? Вот, как они будут драться? 57 минут. То есть я бежал порядком 10 минут. А что за херь? Где база-то? Что это? Не понял. За бред. Что это, блин? Короче, ладно, тут где-то рядом. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся, обсуждаем сюжет. Вот эту вот бабенку, которая дочь Виктора, которая стала аномалией. Оказывается, их можно отключать. Вот, вот это можно обсудить, наверное. Ну и, конечно, как обычно, всем пока.